Сегодня я опять сохранила себе кучу рилсов, тиктоков и шортов, чтобы купить все товары, которые мне порекомендовали. Ребята, всем привет, я Ксюша, спасибо, что меня смотрите. Ой, какое тут эхо странное, надеюсь, вы мне это простите. Это и правда интересно, поэтому начнем просмотр. Вау, ну вот эта девчонка, кстати, подписана в инсте, и у нее такие классные рилсы, но вот этот мне не попался совсем недавно, и я захотела повторить. Все, что для этого необходимо, купить обычные бытовые белые свечи и свечи красные, вот с красителем, но, кстати, не обязательно красные, но раз у нас Хэллоуин, и атрибутику мы покупаем под него, то кровавые свечи самые интересные. И оформляем нашу красотку. Я, конечно же, все для этого купила. Давайте посмотрим, получится ли. А, ну еще и подставки. Подставки под свечи надо не забыть купить. У меня, конечно, не такие хрустальные, но тоже ничего. Так, мы купили, в общем, свечки. Вот такие вот красные и вот такие вот белые. Катя просто нам не знает, она вообще не знает, что сейчас происходит. Я у Арины дома. Арин, кисточки есть? Ой, кстати, пока я не забыла, сейчас я еще заказала. Я еще заказала для них. Ну, вот у меня такие вот подсвечники. Почему? Это циркон, как будто у свечек маленьких. Пожалуйста. А я даже почему-то не смотрела, что будет. Можно вот так оставить? Забыли. О! Только время лечит. Огонек не гаснет, как за каменной стеной. Вот эта песня, не знаешь? Валя Карнавал. Красной ниткой на запястье. Ты писала на него. Семь ошибок в слове счастье. Вот это. Простите, ребят, не того человека провели. Я выучу все песни. Ладно, мы к вам вернемся, ребят, как мы доделаем наши идеальные свечки. Эстетик полный. В общем, милые вышли. По итогу мы решили все это делать не кисточками, так как это невероятно долго, и просто по капельке добавлять наверх свечи, тогда они получаются массивными, объемными, рельефными и как настоящие. В общем, советую лучше мой метод, нежели способ с кисточкой. Мне как человеку, который любит покупать одежду, активно интересуется трендами, тканями, ну и модой в целом, просто необходимо узнавать актуальную информацию и изучать новую. Но не всегда есть время на то, чтобы посмотреть там двухчасовой ролик. В таких случаях я пользуюсь Яндекс.Браузером, в котором доступен краткий пересказ. Например, я захожу в Яндекс.Браузер и включаю интересующее меня видео. И для того, чтобы мне не тратить на него 40-60 минут, нажимаю на краткий пересказ и получаю сжатый и полностью понятный адаптированный текст, в котором все разделено по блокам. Такая функция очень помогает, если совсем нет времени, а нужно вспомнить содержание ролика, или надо скопировать материал в текстовом виде, вернуться к ключевым мыслям ранее просмотренного видео и скопировать мысли к себе в заметке. Краткий пересказ очень выручит. Очень советую скачать Яндекс.Браузер, потому что краткий пересказ видео с сайта YouTube удобно встроен только в Яндекс.Браузере. Эта функция работает на смартфонах и на компьютерах. О боже, это видео мне попадается уже несколько раз, где чел берет мини-вафельницу, которая у меня уже есть, но подобное я не совершала издевательств над ним. Добавляем туда яйцо. Закрываем все это, и у нас получается тост-яичница, яичница-вафля. В любом случае выглядит, наверное, аппетитно, и в приготовлении весьма просто, потому что после использования эту вафельницу почти не надо мыть. Ну так, совсем чуть протереть, можно влажными салфетками, допустим, со спиртом. Результат обалденный. Еще если, знаете, яичко вот так вот, желток, точнее, в яичке, сделать мягкий, который растекается, вообще будет супер. Давайте попробуем сделать. Ох, лишь бы мне не жечь кухню. Так, я уже подключила его, он разогревается. У нас дома одно яйцо, поэтому у меня одна попытка. Я думаю, смажу маслом, нам проблемы не нужны. Ну и разбиваем яйцо. Ой, мама. Ну, нормально. Интересно. Давайте сверху тогда начнем. Ой. Интересно, сколько надо ждать? Запах, конечно, интересный. О! Подождем еще. Уже пар идет какой-то. Блин, что за фигня? Отваливайся! Отваливайся! Думаю, все. Можно подавать к столу. Яичный блинчик. Ями-ями. Еще тарелочка так подобрана. Ну, обычное яйцо, я думаю, на вкус чем не отличается. Вау, вы знаете, какой рилс мне попался с приготовлением напитка вампира мимоза? Наверное, так. Все, что необходимо сделать, это приобрести мед, который, возможно, у вас есть. Но мне кажется, что мед на видео. Добавить туда красный краситель. А в сам напиток не обязательно это должен быть как на видео. Например, безалкогольный какой-нибудь, если для меня лимонад. Добавляем специальные блестки, которые я нашла на Wildberries. Пищевые добавляем туда. И та-дан! Интересный Хэллоуин фуршет готов. Давайте тестить. Мы с Катей кухары еще сегодня. И рисуем, и кухарим, в общем. И готовим. И посмотрите, я заказала блестки. Мне кажется, прям как видео. Мы, конечно, не будем фигачить коктейли. Это пробный у нас будет. Мы откроем Доктор Пеппер. Я не знаю, какого цвета, надеюсь, красного. Но он, конечно, коричневый. Ладно, попробуем с коричневым. И добавим туда тогда, я думаю, не красных, а белых блесток подойдет. Сипаника.
Ой, это вообще само перемешивается. Да. Угу. Ой, какие-то химические реакции происходят. Вот похоже пока на кофе. Реально блестит, блестит. Вот сбоку видно. Да. На фоне собачки. Бо, да, видно блестки. Ну, конечно, ничего не удивительного, но идея классная. Катя налила воды. И добавим красные. Ну, они красные, естественно. Какая красота происходит, смотрите. Да, я снимаю. О боже, как красиво получается. Очень красиво. Я думаю, даже так сильно не надо, так много точнее, ну, да, да, наливать. Мы советуем, особенно если здесь окантовочку какую-то сделать из якобы крови. Топ. За свои деньги. Девушка, которая также мне подсочилась в рекомендациях, заказала такие акриловые интересные маркеры на разбор. Говорит, что у них яркий насыщенный цвет, и они легко перекрывают друг друга. В реальной жизни эффект вышивки можно сделать, допустим, как вот у нас тут с розой. Также классно подойдут для быстрых скетчей, и маркеры, я думаю, будут писать не только на бумажной поверхности, но и на чем-то глянцевом, на ткани, как показано на самом Белборисе, если туда зайти, на фотки продукта, так что если действительно можно будет рисовать на кедах, на конверсах, будет очень здорово. За кастами такое вау. Давайте тестить, потому что я их заказала. Они не очень-то и бюджетные. Вот эти маркеры. Сейчас сначала распакую, посмотрю. Вообще рабочие ли они, стоили они, правда, 1500. Я не знаю, это много или мало за подобные консистенцию акриловые маркеры. Смотрите, сколько здесь цветов, во-первых. От черных до каких-то пастельных тут больше, конечно. Яркий пигмент, нетоксичный, стойкая пленка. Ой, выглядит правда очень круто. Посмотрите, какие офигенные. Сейчас мы будем их тестить. Мы решили, что будем раскрашивать тарелки, потому что, я думаю, на потом материале они тоже должны работать. Мы нашли у Арины тонер, спирта у нее нет, будем надеяться, что здесь в составе есть что-то спиртовое. Протираем сначала область, на которой будем писать, и можем найти какую-то картинку из Pinterest. Арина, что тебе написать на тарелке? Мне вообще похуй написать? Ладно, давай. Так и сделаем. Ты же не материшься. Ну, я заблюрю. Небольшой спойлер. Маркеры оказались невероятно классными. Они работают по принципу вот этих вот маркеров для тегов, которыми там рисуют на всяких поверхностях интересных, граффити и так далее. Ну, наверное, я не очень разбираюсь. В общем, отлично подошли для подобного формата тарелочек. Не знаю, сколько будут держаться, но я вот промывала под водой рисунок, он не смылся. Для тарелок и посуды, естественно, не самый лучший вариант, потому что это все термообработка, это все там под водой горячей, промывается постоянно, рисунок точно будет сдираться, но как вариант. Ручный результат, я пока пишу, вот. Мне вообще и тут звездочки какие-нибудь, потому что Арина так сказала мне это написать. Ну и здесь рисунок может какое-то дело. А у Кати пока привиденька нарисована. Смотрите, какая. Привидение. И Бэтмен. В общем, такой у меня результат получился. Милый кролик. Кстати, водой ничего не смывается. Это приятно. И извините, что фотографию просто Арина, на камеру, которую я снимала, мне не отправляет мои видео. Боже, я когда это увидела, чуть с ума не сошла. Тут рассказывают про бесконечный маникюр всего за 999 рублей. А если быть точнее, про аппарат, которым можно себе сделать аппаратный маникюр. В наборе идет 5 насадок. У него там внутри аккумулятор, он заряжается. После этого можно использовать, знаете, в поездках. Ну, звучит, правда, удобно. Правда, там фреза, вот это вот немного двигается. Это не особо внушает доверие. Но давайте попробуем, потому что мало ли. Она там ее не закрепила, возможно. Вот она их ходуном верится. Согласитесь, это правда интересно, но если я потратила 1000 рублей на какое-то говно, то, конечно, неприятненько. Вот это я понимаю, аппарат. Включаем свет. Все, теперь как в салоне. Внутри у нас инструкции какие-то ненужные. Есть аппарат, и я вижу только одну фрезу в наборе. Может, они внутри? Да, смотрите. Ну, видимо, уже кто-то пользовался. Ладно, шучу. Ого, в подарок положили баффик, щеточку и 3 апельсиновых палочки. Фрезы, конечно, странные. Я впервые такие вижу. Они белые. А вот эта розовая штука для чего? Напишите в комментариях, пожалуйста. Я не шарю. Ой, ну ё-моё. Похоже на какую-то курительную штуку. Берем и делаем. Ногти у меня не в самом хорошем состоянии. Как раз-таки кутикулу можно попытаться убрать. Только я вот сомневаюсь, то получится это хорошо сделать. Ух. И правда, ходуном ничего не ходит. Меняем режимы. Да, сейчас в другую сторону. Мау. Ой, мама. Мы возьмем средний. Ну, убрать
чешуйки у меня не получаются. Я думаю, в меру моей неосведомленности дела. Ну, что-то вроде бы выходит. Только аккуратно, так очень можно легко испортить ногтевую пластину. Мы это все знаем, ребят. Активно мастера маникюра, напишите, пожалуйста, рабочая или вещь. Как по мне, наверное, неплохо. Это обработанный палец, это нет. Здесь девушка рассказывает про базовый топовый рубчик с Wildberries. Выглядят они достойно, да и стоят не особо дорого. Артикул я наставила в описании, там есть огромное количество цветов. Давайте посмотрим, я заказала два самых ходовых. Действительно, они так хороши. Эй. Оп, кофта на месте. Я сейчас не особо одета. Материал и правда очень мягкий, но я бы не сказала, что он сильно отличается от каких-то других кофточек. Во-первых, по ощущениям это реально будто лосины. Ну ладно, на которых появляются зацепки простым образом и которые скатываются. Можно какое-то предвзятое отношение. Топик укороченный. Обычный больше, но я сейчас укороченный не покупаю, потому что холодный. Не вцепляется в кожу, нигде не режет. И правда сильно-сильно сковывает в хорошем смысле. Допустим, запросто могу надеть его без лифа, и он будет держать грудь. Ой, это уже не с Wildberries, это из Золотого Яблока. Девушка рассказывает о лучших помадах осени. Видимо, у них такой оттенок, который подойдет именно этому времени года. Я девушка простая, увидела, заказала. Тем более из Золотого Яблока. У меня реально в Золотом Яблоке скоро будет сумма выкупа, хоть она там не показывается, как на Wildberries уже близится. А вот и наши красавцы. Было 4 помады, но мы найдем из них самую лучшую. Lot number one. Ева Мозаик, Идеал Вельвет. Я начну с нее, потому что мне понравилась упаковка. Посмотрите, как здорово это выглядит. Обалдеть. Но я еще не носила ее на губы. Я подозреваю, что у нее больше такая, да, приятная кремовая текстура в виде swatch. Оттенок, который уходит фиолетовый. Ну, лично в жизни мне так кажется. На губах, возможно, по-другому раскроется. Хорошо растушевывается и не супер сильно зафиксируется на губах. Кремовая текстура. Упаковка, конечно, пачкается жестко и... На ней будут видно все сколы, трещины. Ну, ради красивого цвета можно пожертвовать. Стоит 429 рублей. Оттенок 13. Помада от Divash в 0,5 оттенке. Крем Шанель называется. Крем Карамель. У меня все уже. Мозг промыт люксами брендами. Меня уже привлекает цвет упаковки и дизайн. Простенько, но со вкусом. Текстура точно такая же и по цвету. Мне кажется, что-то сильно похожее. Но больше отдает в розовый. И чуть светлее. Подозреваю, что выглядеть он будет лучше. Как будто одна и та же помада, но в других оттенках. Обалдеть. Ну, чуть плотнее, чем прошлое. Такая вот. Помада от Catrice в оттенке сатин 0,50. Упаковка тут такая интересная, необычная. По оттенку сильно похожа, но как будто сюда больше красного добавили. Боже! Не, мне вот это больше всех пока нравится. Хоть и консистенция та же, но люблю, когда губы яркие, что ли, идут в розовый, сразу это как будто выглядишь свежее. Тоже увидите, как они смотрят, она смотрится у меня на губах. Не особо люблю, конечно, кремовые помады за отсутствие стойкости, но подправлять в течение дня приемлемо для меня. Вот это чуть плотнее фиксируется, чуть лучше. Помада в 503 оттенке. Я уже посмотрела, что она очень красная. Ой, этот тюбик мне больше всего нравится, такой матовый. И упаковка привлекает мне такая в разы больше. Это гигиеничнее, а хотя чем гигиеничнее, не знаю, сама придумала, сама опровергла. О, да, и она, видимо, матовая, и за счет этого и на губах лучше держится будет. Однозначно ставлю даже сейчас лайк. Какая же красота, не могу. Ну, в целом все оттенки мне сильно понравились, поэтому рилс рабочий. Ой, такую помаду, кстати, я вижу не первый раз. Это прозрачный блеск с интересным и упаковкой. Крышечка в форме айсберга. И самое классное, что у нее силиконовая щеточка, которая можно будет очистить, если вы использовали его на цветную помаду. Она не показала, как это выглядит, но я думаю, прикольно. Она очень бюджетная и весьма маленькая, поэтому поместится в любую сумочку. Помада. Это же упаковка. Малюсенькая. Да боже. Па-бам! Ой, какой-то грязный тюбик, весь поцарапанный. Не знаю, на камере заметно это. Самое главное, чтобы губы не слипались, и на этом спасибо. Он жидкий, это хорошо, если что. Я люблю консистенцию масла. Он как будто крем. Я еще вам прикреплю то, как он выглядит на губах. Губы не будут слипаться при соприкосновении. Угу, красиво. Данный рилс лично заставил меня встать с дивана и начать что-то делать. Ну ладно, короче, без всяких лишних слов, посмотрите, какую снежинку делают в этом мультике. Предверие вот уже Хэллоуин. Мне кажется, подобное украшение, во-первых, супер легкое в исполнении, во-вторых, если это правда, то и быстрое. Я пересмотрела это видео несколько раз и поняла, что он вырезает это. Две полоски есть по бокам вот эти вот все треугольники также есть. Вырезаю и я разверну в реальном времени, чтобы вы видели, что я не подменяла снежинки, как тот парень. И у нас получается
Ну, я большего и не ожидал. Какой красивый паук. Спасибо, блин. Ребята, спасибо всем огромное, что досмотрели это видео до конца. Я буду благодарна любой коммуникации с этим роликом, потому что это помогает их продвигать, тем самым мотивируя меня снимать больше, больше, больше подобного контента. Всех сильно, сильно люблю, ребята, всех целую, пожалуйста. Пишите реально искренние комментарии, чтобы я могла делать какие-то выводы и по-настоящему идти в лучшую сторону в плане монтажа, в плане создания контента. Я очень стараюсь его совершенствовать, но пока не особо нет времени, потому что я хочу работать именно на количество. Хотя на качество, ну, тоже я работаю, но, блин, ну, я выставляю реально не на отвали. Поэтому всех сильно люблю, всех целую, всем пока. We love you. С Хэллоуином!